первый вторник февраля отмечается Всемирный день безопасного интернета. И Латгальская центральная библиотека всю неделю проводит мероприятия, приуроченные к этому дню. Этот день всемирно отмечается уже 16 лет, а в Латвии 13. Цель этих мероприятий – обратить внимание детей и молодежи, которые проводят много времени в интернете и являются активными пользователями соцсетей, на то, как позаботиться о своей безопасности, что надо иметь в виду, какие шаги необходимо предпринимать, а также, что делать в интернет-среде не стоит, чтобы пребывание в цифровом пространстве было интересным, продуктивным, а главное – безопасным. Наше мероприятие, которое предлагает именно Латгальская центральная библиотека, она посвящена безопасности в социальных сетях, потому что социальные сети – это действительно значительная часть нашей жизни, также у детей и молодежи. И поэтому будем рассказывать о самых популярных социальных сетях, которые используют дети и молодежь в Латвии. И действительно очень практически и наглядно расскажем и покажем, что надо делать, какие установки нужно устанавливать на своем аккаунте и так далее, чтобы себя обезопасить. Также интересно прослушать лекцию будет не только детям, но и их родителям и преподавателям. Ведь под разнообразным контентом интернета кроется множество подводных камней, о которых не догадываются даже взрослые. Дети в наше время постигают азы пользования интернетом очень рано, уже в начальной школе, и не всегда они это делают правильно, и тем более они не задумываются о безопасности своего пребывания в цифровом пространстве. У тебя есть профиль в соцсетях? Да. Да, есть. Есть. Инстаграм, ВК и Ютуб. Скажи, пожалуйста, как много времени в день ты посвящаешь социальным сетям? 3 часа или 2. Что ты нового почерпнул из сегодняшнего мероприятия? Что-то нового узнал, чего ты еще не знал? Что надо остерегаться мошенников, которые предлагают переходить на какие-то ссылки или выкладывать фото, которые могут увидеть весь интернет. То есть будешь более осмотрительным впредь в интернете? Да, аккуратно. У тебя есть профиль в соцсетях? Ну да, есть в Фейсбуке, в Ютубе, в Инстаграме. Ты много проводишь времени в день? Ну, может, пару часиков. Никак не мешают социальные сети, это учебе и все? Нет, нет, не мешают. Скажи, что-то новенькое есть, что ты еще не знал до этого дня, что ты сегодня узнал? Ну, я узнал, что есть ограничение такое, что ли, что с 13 лет только можно в соцсетях пользоваться. Организаторы мероприятия признаются, что ажиотаж среди школ в этом году очень большой и уже записалось максимально возможное количество групп. Но различные мероприятия на эту тему проходят не только в Центральной библиотеке, а также и в ее филиалах в разных районах города. Я уверена, что непосредственно в школах также должны проводиться некоторые мероприятия, которые приурочены к Дню безопасного интернета, потому что действительно это такая как компания или программа, которая охватывает всю Латвию, не только библиотеки, но также и другие учреждения. Но, может быть, на следующий год мы и подумаем о том, чтобы сделать какое-то более-менее централизованное мероприятие в какой-нибудь из школ. На портале drosh.internets.lv есть возможность ознакомиться с разными способами, как обезопасить себя в пользовании интернетом, а также поиграть в интеллектуальные игры и посмотреть социальные видеоролики. Юлия Пилснанец, Александр Хлистов, телевидение.com.